Можешь помахать в камеру. Я чувствовала, знаешь, вот спинным мозгом чувствовала, как ему некомфортно за мной. Поляны с черникой и брусникой. Вот и наша стояночка. Тут мы будем сегодня жить. Опа. И обед. Дошел, да? Поздравляю. Мы тоже дошли. А вы повернетесь или нет? Ура! Будем в этом радоваться. А я не вижу. Ничего не надо видеть. А, только... Какая красота. Это план Б. Угу. Ну, я не знаю, мы пришли, что-то взяли, это было.
А, давай там по пару літрів. А, стоп, історія. Поняв, для історії. І пікалку треба було. Взяли. Бацьом прикрітили. Я не знаю, як ми дійшли до метро Болоня. Підсумку. Розвозили того заводика. Так посиділи гарно, слухай, встали. Опа. Є проблема. А все, наверное, проблема. А воно грає, воно ще, от, воно ще бродить, так. Да. Я тебе как-то самогоном посадил. Там еще очень много ферментов, которые типа как бы играют. Ой, у нас дома на Волыне есть... А что без селфи-палки? Ну, пока что не купила селфи-палку, что там мне жаба дает. Сквозь селфи. Слушай, его немного осталось, правда, но все равно красиво, как он лежит внизу, видишь? Такие горы из него выныривают. Вот там прикольно, там где облако. Я вчера это там тоже приходила, не спала, когда солнце было. Да? Я сделаю роличек потом, как мы ходили по Боржаве. Они решили, что ну вот. А это не наше что ли? Это наше, это опция. Можно прокачаться, можно пойти сюда. Ну так идти нормально. Да, бывает. Была классная. Павло! Лунная. Замыкаюсь. Он, наверное, шел спереди замыкаюсь. Мне рассказывали. Тик, тик, замыкающий, который обогнали всех. Так. Так. Вон оно что. Браты. Туристи. Они так типа разгоняются. Можно залететь. Человека 4, 3, получается. Очень нет. Спасибо. Можно будет
Можем вообще, ну, пойти в чан попариться. Класс. Но мы потом никуда не заходим вообще. Канатка уже перестала працювати. Розпарим ноги. Ні, хоча у нас 10 чоловік, а канатку включають, коли більше 5 чи 4 чоловік. Ні, ну такі види просто шикарні. Класика. Криденс Клірвода. Помнишь? Не-а. Крепкий орешек 4. Не-а, не смотрел. Ну, конечно, просто с непривычным таким для этого пассажирцем. Мы обычно не привыкли так ноги напрягать. Сидим себе за пупом. Да и все. Блин, ну видос будет яркий. Маши. Помаши в своем единственном походе всем, кто увидит, что ты тут был. Вершину мира. Будешь, да? Да. Причем мечта такая, которая очень близка с реальностью, да? Нет, потом в Одессу слышу, загуглю чуваков. С квадроциклом, да? Ну, удалось же пару деньков на квадрике. Да, и вид тот же. Хотел попросить Новый год встречать. Вот. И, ну, там экскурсии, все дела. Смотрю, $60 экскурсия стоит, значит, катание на квадроцикле плюс катание на верблюдах, обед, услуги.
красиво. Сурово замикаючи по ленті. Боже, как быстро! Блин, это можно на туре, там можно сходить по-любому в туалет. Ну, за 100 гривен можно сходить. Там у нас там есть, вот, пилоты. Боже! А что туда-сюда? И все? Да, и там вытягиваюсь, падаю, раз, ой, грушный выкинул. Классика, зарядка. Йо! Даже же голова кружится. Юля, ты уже себя там представляешь, да? Я представляю, я реально уже хочу в туалет. Я тоже! Говори, я снимаю. Ну, один раз лише спробувати, чи розказав, що класно. Це реальність. Да. Як ти сів, як ти сів? А? Як воно сідає? Нормально? Ну так, колись. Просто впали на попу. Нагесенько. Ну що? Я спустився, я приземлився. Зімляйся, бля. Я трошки в шоці, звісно. Емоції. Там є за що держатися, так? Надо держатися, там ще літає. Там есть? Ничего страшного. Там, что? 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 Там, что?
Все? Все. Господи. Все, да? Я уселась. Ой. Это так неожиданно наступило. Я думала, я еще буду готовиться морально. А уже все. Думают, что это так страшно. У-ху-ху! Слава Україні!
спокійненько. О, клас! Ого, тягне! Що робити? Що робити? А! Бля! О, господи. Вдарилась? Ні. Ну страшно було. Он уже нас не потянет дальше? Можно отцепить меня? Щоб я уже дальше не полетела, бо я ж, конечно, живий. Ні. Тільки злякалась трошки. Ну трошки злякалася, щоб не полетіти далі. Цілі, да, отчепить мене. Де там твоє? Не знаю, знімайте. Бо мене тягне туди. Зараз потягну, бо це. Та все нормально, прилетіли. Дай руку. Дай руку. Спасибо. Все, я задоволена. Задоволення наш взагалі, я підкорила повітря. О, спасибо. Повітря підкорило тебе. Повітря підкорило мене. Поздравляю. Спасибо. Молодець. Я ніколи не думала, що я це взагалі зроблю в своєму житті. Так дивилася зі сторони, думаю, оце круто, круто, круті пацани, там, дівчата. Ну я не думала, що я зважуся. Але прийшов час, я відчула, що треба. Вже пора. Покажи тризу. Хочу пригнути з парашутом. Справжня українка. Треба звикати до повітря. Та інтерв'ю. Так, я даю інтерв'ю саме для себе, для своїх друзів, знайомих. Так, зараз ще. Закінчиться інтерв'ю з прапором українцем. А, там нажми. Нажми і потягни. На червону ножи і потягнути. Так, да, тяну. О, все, знімаю. О, це прапор України. Слава Україні! Слава! Ваша йшла. Ваша зараз тут. Ну, то стільки нас. Спасибо. Джулія, ти готова? Зоряний лицар тебе прокатає. Не бойся. Спокойно. Нічого страшного нема, ну так трошки. Давай виключимо світло і будемо кричати про те, як так страшно літати, на пароплані літати.
65 кілометрів, вона так гарно ноги підіймає. Можна була. Ну ти так високо, ви так високо літали, це взагалі. В мене трохи хитає. Ми показуємо цей маршрут. Так, це маршрут. Скажи. Я що це? В мене взагалі, знаєш, як не бояв. Туди-сюди, туди-сюди, я зараз. Стрьомно було? Ні. Ну, типу, знаєш, воно то піднімає, то пускає, то піднімає, тебе це як в літаку. Верх, знову такий. Турбулентність? Знову. Так класно. А потім вже під кінець ти вже взагалі такий розслабився, вже там. Будьте здорові. Ні, класно. Ну, я зараз такому якомусь теж, як Саша, такому. Що це? Просто красиво невозможно. Да, такой... Вообще, такой видон, я в шоке. Вот это, считай, то, ради чего мы поднимались, да? Что, а? То, ради чего мы поднимались, да, вот я этот видон. На лыжах было бы. А, ну да. На борде. Понял. Я на борде катаюсь. Выбер, блин.
В детстве только. Но я хочу во взрослом возрасте еще попробовать. Но пока не пришлось сюда. Пока он еще не пришел, да? Слушай, Паша, а можно нескромный вопрос? Почему у тебя цветочек на портфеле? Красивый. У меня еще есть прикольный цветочек, который, знаешь, он такой на палочке, он на ветру, короче, крутится. Я его не взял с собой. Потом мы в этом году так клево поездили под подъемниками, там, через лесочки всякие там. Ага. Понравилось. Это где, Буковель? Буковель, да. Уже все трассы уже так долбали. Привет. Я накаталась. Ну как ты? Боже, как красиво. Доброго ранку, пані Юлі. Як вам спалося? Середнє. Середнє? Хтось мішав, да? Щось я чула, хтось мішав. Снежок. Но это не должна поехать. Да. Я неправильно? Да, не упирайся, просто иди прямо. Это тебе страховка. Это не... Не, палку в руках. Вот, Воля, да. О, господи. Халатство. Я помню, халаты нормально. Да, халаты. Хорошая, это очень. То есть у тебя вот ты видишь уже подсела, да. Сходила и уже теперь ты и туда хочу. Да, да.
Ой, как их много парит вон. Давайте вже дійдемо. Проходится как-то, да? Ну да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Ну-ну. А барбан такой, а ну-ка посмотри, нахуй. Что? Ты когда говоришь вперед, а сзади музыка, плохо слышно. Ну, а то что-то там заигрывало, ну, не важно, что это музыка. Вот. А мне что-то... А потом его под винду, собственно, перекопили. Это вот этот вот ручей? Той зброєю теж треба знати. Десь коли його доставати, показувати. Ну да. Один мій дядько знайомий. Дві секунди на розум. Тобто достав ствол і репітер десь ходить, чи не буде тут стріляти. І піде. Тому якщо достав ствол і не вірив, що буде стріляти, то йде. Красивый. Игнанцев.